Итак, пришла пора решающих матчей в Лиге Звезд. Турнире, где свой класс в игре 3 на 3 показывают школьные команды со всей Самарской области. 17 июня состоится суперфинал, участие в котором примут лучшие из лучших. Главные матчи сезона состоятся в Самаре, в спорткомплексе Государственного технического университета, что находится на улице Лукачева, 27. В суперфинале сыграют 32 команды, по 16 у юношей и девушек. Их ждет испытание матчами плей-офф. А теперь внимание! Жеребьевка суперфинала! Доверимся баскетбольному богу, точнее богине турнирных сеток и по совместительству менеджеру Лиги Звезд Анне. Начнем жеребьевку мы по традиции с девушек, и сейчас мы определим пары 1/8 финала. Пара девушек мы уже определили. Перейдем к жеребьевке юношей. Итак, соперники определены. Желаем всем удачи и пускай победит сильнейший. Ну и напоследок, порция сногсшибательной информации. Гостем суперфинала Лиги Звезд станет великий баскетболист, президент РФБ Андрей Кириленко. Не упусти свой шанс пообщаться с легендой.